Полная гарантия. Уже больше двух недель в Кировской области открыты торговые центры. С 9 июня правительство разрешило открыть в них отделы площадью менее 400 квадратных метров. Это могут быть аптеки, отделы с продуктами, непродовольственными товарами. Позже смогли открыться и более крупные отделы. Несколько торговых центров Кирова подписали по инициативе Вятской торгово-промышленной палаты декларацию солидарной ответственности. Они обязались выполнять требования Роспотребнадзора, а палата сформировала специальную комиссию для контроля за соблюдением декларации. По словам вице-президента ВТПП Михаила Гольцова, предприниматели добросовестно выполняют правила. Они прекрасно понимают о том, что при возникновении какой-либо проблемной ситуации, какой-либо вспышки, возможно, закрытие всего торгового центра. Идет аудиоинформация о том, что, товарищи, будьте бдительны, соблюдайте дистанцию. Это, как вот мы сегодня посещаем комиссии, один из торговых центров отметили, что, скажем, соблюдение социальной дистанции и нанесение разметки на полу, то есть это уже не является чем-то бросающимся в глаза, то есть это своего рода становится нормой. Комиссия регулярно проводит проверки торговых центров. Их владельцам пришлось перед открытием изрядно потратиться на обеззараживающие лампы, антисептики и маски. Соблюдение условий Роспотребнадзора требует и от арендаторов торговых площадей. Арендаторы торговых центров с пониманием ситуации относятся, да, что действительно после каждого покупателя обрабатывается место расчетов, место демонстрации того или иного изделия, товара, для того, чтобы последующий покупатель абсолютно спокойно и безопасно мог осуществить ту или иную покупку. Также необходимо отметить, что в торговых центрах при наличии нескольких входов-выходов, то есть в настоящее время, существует один для того, чтобы мониторить, контролировать количество посетителей и обеспечить их средствами безопасности при входе в торговый центр. А вот посетители торговых центров мерами безопасности бывают недовольны. Кто-то отказывается от перчаток, кто-то даже разворачивается и уходит. Но такие случаи единичны, говорит Михаил Гольцов. Все-таки по словам сотрудников торговых центров, по словам сотрудников торговых отделов, люди в большинстве своем относятся с пониманием и более спокойно ведется и диалог с продавцами, и создаются более комфортные условия для покупки. Добавлю, что в ВТПП обещают продолжить проверки торговых центров. Полная гарантия.